Это Даня Зевс и настроение хорошее, хотя есть небольшие траблы, ребят, так как комп лагает, и он уже просто меня достал. Но я надеюсь, что все будет чики, потому что завтра везу его очень хорошему мастеру. Сегодня 27 число, сегодня проходит второй чемпионат Зевс Кап 1 на 1 на Аимах. Третий турнир мы думаем сделать 2 на 2 на Аимке. Я участвовал тоже на своем турнире, дал себе разрешение, так сказать, поучаствовать на своем турнире. Но кому-то не очень. И, соответственно, я хочу сделать опрос в группе, если ребята, большинство напишет, да, проголосуют, что они не хотели бы, чтобы я участвовал на таком формате такого турнира, то тогда я не буду участвовать, потому что вы, наверное, кто-то хочет поиграть именно с... Кто-то, вернее, считает, да, что я сильнее, так как я профессиональный игрок, а все-таки наш турнир, конечно же, в первую очередь рассчитан для NoPro. Это что касается этого момента. Теперь поехали дальше. Ну, следующий турнир мы будем 2 на 2 на Имке планируем сделать. Пока что точно с датой непонятно, не решено, но вы следите за новостями. Я думаю, что этот турнир пройдет, скорее всего, числа 10 или, подожди, какие у нас следующие выходные, то есть 4 это воскресенье, ну да, где-то 11 вот в этих числах, скорее всего, мы сделаем следующий турнир, ребята. Что же касается тренировок, то тренировки ближайшие пройдут 3-4 числа, сейчас уже идет набор, также можете все увидеть в Зевс Киберскуле. Вообще, вам, ребята, обещал я рассказывать, начать некоторые истории. И я буду это делать, естественно, потому что я обещал. Вот, сейчас в двух словах расскажу ближайшие планы. Значит, ближайшие планы, ребята, у меня в первую очередь, что касается, что из приятного, это то, что приедет ко мне, правда, в новом году уже прикольный микрофон. Обязательно покажу, как он выглядит и все остальное, что с ним, как его буду настраивать и так далее. Вот. Также заказал себе огромный брендвол прикольный, который завтра будет висеть в Holiday, где будет автограф-сессия. Потом я его заберу домой и развешу. Здесь будет круто, будет крутой фон, красивый. Вот, чтобы не пачкал глаз сумка Nike или какая-то подушка. Что же еще из такого? У команды пока отдых. Значит, у команды будет сбор, я думаю, уже где-то после 5-6 числа. А пока что мы все отдыхаем и потом уже в новом году со свежими силами будем жестко браться. Да, есть некоторые неплохие игроки, которые себя показали на турнире. Я посмотрю, обращу на них внимание и затем свяжусь, кто мне понравится. Допустим, тот парень, который меня обыграл, да, Джаггер, по-моему, если не ошибаюсь, его никнейм, то тоже, в принципе, может попасть в нашу тусовку, где мы играем в КС. Вообще, кто записывается на тренировках, либо вот кто участвует на турнирах, я пока что ищу. Также у меня есть некоторые знакомые, которые тоже есть неплохие команды в СНГ, вот, которые спрашивают, интересуются. И я, конечно же, говорю о том, что кто на примете, кто симпатичен. И таким образом у человека появляется возможность пойти дальше, пойти в будущее. Ну а в конце 2015 года я хочу, как вы знаете, собрать команду, в которую буду тренировать и вывести ее на уровень, профессиональный уровень, международный, да, чтобы они участвовали на турнирах такого плана, как биг турниры там в 250 тысяч и так далее. Но это пока что планы уже далеко, именно эти мысли. По поводу истории, да, конечно же, хочу вам начать, надо собраться просто, не так легко. Кстати, надо побриться еще будет. Ну, знаете, наверное, должен быть какой-то сюжет, да, должна быть какая-то, конечно же, программа, как это все должно быть в каком-то распорядке, то есть там первый выпуск, второй, третий. И, наверное, я сейчас этого не буду, я сейчас просто запишу второй ролик и уже в нем, второе видео, в котором я уже начну рассказывать о действительно
что я хотел, вот о тех, о тех моментах, которые связаны с моей киберспортивной жизнью, да и просто в жизнью, и также как собиралась Нави, и вообще, что мы, какие-то истории про Нави и так далее. Поэтому буквально, наверное, сегодня это видео вы сейчас увидите, а следующее видео уже ближайшее, буквально через час появится, думаю, второе видео. Поэтому будьте со мной, следите за новостями. Это был Даня Зевс. И участвуйте в розыгрышах. Кстати, сегодня мы запускаем розыгрыш ножа. Неплохого. Желаю всем удачи. И не забывайте, что мы также разыгрываем планшет, который разыграем 30 числа. Надеюсь, до 30 ком-то починят. Ну а завтра, ребят, будет хорошее событие. Кстати, планируют все это дело застримить. Поэтому следите. Это был Даня Зевс. Хороших выходных, ребята.